Без малого 150 километров преодолели гости из Гомеля, чтобы заявить о себе на бобруйской сцене. Коллектив «Кропельки» к танцевальному фестивалю «M&N Dance» готовился усердно и ответственно. Для самых маленьких участников ансамбля это первый конкурс, однако уже очень успешный. Ведь ребята завоевали первое место в номинации «Детский сюжетный игровой танец». Яркие плакаты, флажки, аплодисменты и громкое «Молодцы». Еще одну не менее значимую номинацию этому коллективу помогла забрать группа поддержки. У нас самая лучшая и активная. У нас болельщики. Они очень серьезно к этому относятся, очень готовятся. Вот, и всегда поддерживают своих детей, потому что для детей это очень важно, чувствовать поддержку. И когда они видят, что за них так вот болеют, конечно, дети лучше выступают. Минск, Брест, Гомель, Могилев, Рогачев, Орша, Полоцк, Бобруйск. География танцевального фестиваля широка. Всего в эту субботу на сцене областного театра собрались 850 участников. Организатор конкурса «Белорусский центр искусств» главной целью феста называет развитие танцевальных коллективов Беларуси. Это четвертый конкурс, проходит он третий год. Мы организовывали конкурсы в Минске, теперь попробовали по регионам Беларуси проводить. Мы проводили опрос между руководителями коллективов в соцсетях, и очень многие положительно отозвались по поводу проведения в вашем городе. В честь самого города на Березине отстаивали заслуженные любительские коллективы, которые и на этот раз пополнили копилку наград первыми, вторыми и третьими местами. Это всем известные «Кукушечка», «Акварель», «Мечта», «Крыничка», «Задоринка», «Карагод», «Олимпия Фит Кидс Беларусь», «Потешки», «Микс», «Пируэт», «Дыхание», «Сталиш Кидс», «Акрофит», «Шахризад» и «Лаборатория танца». Бобруйские коллективы всегда были достаточно на хорошем уровне. Почему? Потому что у вас есть достаточно хорошая школа в городе Бобруйске, когда детей учат не только танцевать, делать какие-то хореографические движения, да, а учат их понимать, что же такое танец. Хвалебные оды бобруйским танцорам слышны во многих уголках страны. Теперь же настал черед нашего города принимать на своих площадках известные коллективы со всей Беларуси. Анастасия Шевцова, Владимир Гребеневич. Бобруйск 360.